должен сказать, что наше задание этого не подразумевало. Ну да, стоило найти трупы наших солдат, и операция стала спасательной. К черту приказ, согласен. Если страдают люди, то к черту такой приказ, Луга. Если Конрад жив, а я думаю, да, он согласится со мной. Вот следы. Вот вам и гнездо. Да, странно. Прямо постапокалипсис. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я, Антон, и я продолжаю проходить игру под названием Spec Ops The Line. Сегодня у нас вторая глава, которая называется «Дюна». Ну-ка, ребят, сработайте по ним. Отлично. Тут, кстати говоря, друзья, лежат разведданные. Можете их подобрать. Ну, а я буду двигаться дальше. Кстати, вот эта наша стрельба ровным счетом ни на что не повлияла. Потому как ровно так же нас все равно спалили. И сейчас будет махач. Стелса не получилось. Я взял трофейный калаш. И заодно распотрошил коробку с гранатами. Давайте будем продвигаться потихоньку. Лови, родной. Хорош. Отлично. Да, я тоже слышу говно, музончик. Та еще параша. Так, ребятушки, патронов мне дайте. У меня на исходе все, что есть. Ловите, мудаки. Хорош. Но далеко не идем, надо обыскать трупы. Поискать, что есть. И, конечно же, забрать гранаты, кое нам тут припасли. В небольшом количестве. А вот и патроны. Хотелось бы закончить задание побыстрее. Нужно перезарядиться. Твою мать. Лови. Родной мой. Охренеть. Охренеть. Охренеть тут творится, охренеть. Ну все, ребятушки. Теперь я вода. Берегись, у него дробовик. Движение цели.
Я тоже смотрел Рэмбо 4. Давай. Ну, еще будут. Или уже нет? Вот это вот, друзья, на самом деле одна из бед игры. Это малое количество патронов. На все. Буквально на все. То есть патроны, точнее стволы, мы будем менять к оружию довольно часто. Тут, кстати говоря, лежит скар с подствольником. Но я скар брать не буду. У меня есть и свои стволы. Более расходные. Твою мать. Во, вы, ребята, даете. Окружают, суки. Окружают, гады. Твою мать. Твою мать. Ребята, серьезные. Ребята, серьезные. Очень серьезные. Прям шуток вообще не понимают. Еще и на канатах спускаются собаки. Так, все, последний рожок на калаш. Ну хоть гранатометчиков нету. Полной жопе. А у нас тем временем третья глава, которая называется «Внизу». И знаете, здесь внизу довольно красиво. Это отрицать глупо. Несмотря на общую разруху, здесь довольно приятно. Шампанское. Вот собаки. Вот собаки. Куда ж вы беретесь? Но благо наши ребята тоже сопли не жуют. И всецело помогают. Твою мать! Вот граната совсем не к месту. Прям совсем не к месту была. Я думаю, что за говнюки по мне постреливают? Это прям сволочь наверху. Сидит. И смалит. Ловите подарочек. Есть. Хорош. Сдаются? Не думаю. Слушай, там что-то происходит. Занят перчатку!
Идем дальше. Нужно найти выход. Жалко, только очень много патронов пропало. Можно было бы взять. Может, нам стоит еще раз поговорить с этими парнями? Мы же их спасать пришли. Не, это уже в прошлом. Эти ребята хотят не болтовни, а крови. Лога прав. Нам нужно выбраться и найти 33-й, пока их не порвали в клочья. Значит, стреляем, потом говорим. Ясно. Найдем Конрада, он все объяснит. Слышали? Кто-то идет. Прячьтесь. Взрывчатка? Вы чем думаете? Они окопались. Делать было нечего. Вас могло засыпать, гидрени Феня. Где солдат? Тот, который с самолета. Внизу, сэр. Его охраняют? Постоянно. Так, пойду поздороваюсь. Агент Каставин, стойте. Что? Он же молчит, сэр. У меня заговори. Уокер, это американец. Я заметил. С какой стати местные его слушают? И почему он враг проклятых? Не знаю. Черт. Сам и спросишь. Они еще живы. Разберитесь с ними. Спалились, ребята. Сильно спалились. И в то же время очень глупо. На самом деле. Выступаю. На крыше. На крыше. Вижу. Вот и все. Вот и нету крыши. Смотри, какое там тело сидит за пулеметом. Держи гранату. Хорош. Так, теперь главное добежать до укрытия, развернуть турельку и задать говна. Хорош. Ух. Ну давайте, гады. Все на меня. Так, ну похоже, наши ребята их привлекают больше, чем я. Поэтому будем немножечко продвигаться. Тем более, что если стоять на месте, никакого толка не будет. Ловите, собаки. Да, вас тут не слабо. Да еще и в этом долбанном тумане ни хрена не видно. Песчаная буря. Ну, естественно, друзья. Дело в Дубае происходит. Грех песчаную бурю не замутить. Почему бы и нет? Ух, наконец-то. Вот патроны не помешают. Вообще не помешают. Не расслабляйтесь, еще далеко. Нам нельзя терять время. Каждая минута может спасти чью-то жизнь. Следы ведут к шахте лифта.